Доброе утро, Екатеринбург! Ну что, давайте просыпаться? Сегодня мы с вами сделаем необычную зарядку и будем ее выполнять с помощью теннисного мяча. Эти упражнения относятся к технике МФР, миофасциальный релиз, и также вы их можете встретить на тренировке «Здоровая спина». Три правила выполнения упражнений. Во-первых, если 0 – это мы не давим совсем, а 10 – максимальное сжатие, то давим примерно на пятерочку, средняя сила надавливания. Во-вторых, развернись, пожалуйста, не закатываем на позвоночник, катаем только справа или слева по мышце. И в-третьих, не поднимаем руки в процессе выполнения. Первое прокатывание вертикальное, от седьмого позвонка с правой стороны до середины лопатки. Прокатываем вверх и вниз. Вверх и вниз. Изначально ставим в нижнюю точку, и затем за счет сгибания коленей мяч поднимается наверх. Второе прокатывание диагональное, начинается также от середины лопатки. Поднимаемся наверх и направо над лопаткой. И возвращаемся в исходную точку. Наверх и направо. Поставили в нижнюю точку, садимся, сгибаем колени и разворачиваем плечи. Возвращаемся обратно. Прокатывание горизонтальное над лопаткой, вправо и влево за счет разворота корпуса. Вправо и влево. И четвертое упражнение поможет нам для профилактики сутулости, для раскрытия наших плеч. Ставим мячик на правую часть лопатки, поднимаем руку, локоть на уровне плеча, кисть также параллельно полу и поднимаем вверх и вниз. Вверх и вниз. Это упражнение выполняется также у стены. Упражнения с техники МФР помогают очень хорошо снять напряжение, и вы почувствуете эффект, как от сеанса хорошего массажа. Хорошего вам дня и легкости в вашем теле!